Всем привет! В ремонте машинка Канди мигает 22 раза. Ошибка связана с нагревом воды. Хозяева сказали, что датчик давления уже меняли на новый. Но проблему это не решило. Вместо тена у меня лампочка. Итак, модуль я проверил. Проверил реле. Реле тена. Проверил я обвязку этого реле. Тут есть семистор, тоже вот эти все элементы, все живые. И проверил также цепь от датчика давления, вот эти три контакта, и также датчик температуры NTC, цепь до процессора живая, все живое. Прозвонил, проблем никаких не обнаружил, к сожалению. Сейчас попробую прошить процессор, вернее, попробую вначале считать прошивку с этого процессора STM. Купил я вот такой программатор ST-Link V2. Недорогой программатор. К нему еще вот такие проводочки цветные. И заказал процессор, тоже недорогой. Ну что, получилось у меня законнектиться с помощью этого программатора с процессором. И удалось мне прочитать прошивку. Показываю, как это делать. Это делать несложно. Смотрите, на программаторе нам нужно 4 вот этих вывода. RST, SWIM, GROUND и 5 вольт. Вот я их выписал здесь на листочке. И нужно законнектиться на плате. Вот они, 8 точек возле процессора. Вот они, вот эти 8 точек. И вот я нарисовал. Вот процессор, вот она точка. И вот сюда 5 вольт, SWIM, RST, GROUND. Вот так я сделал. Припаял туда штырьки со старой платы. Выпаял, запаял в эти точки. Очень хорошо получилось законнектиться. Теперь берем программатор. Вставляем в USB разъем. Вот получается, вот она, STVP, STM32. Ну, я ссылочку в описании этого сайта сделаю. Получить программное обеспечение. Ну, здесь у меня уже просто перевело с английского на русский. Вот так это все выглядит. Теперь дальше смотрим. Вот она программа. То есть она уже устанавливает, когда загрузите, устанавливает драйвера на этот программатор. Сейчас запускаю программку. Вот она. Единственное, что перед тем, как запустится программа, вот эта, смотрите, у вас выскочит вот такое окошко. И здесь нужно выбрать, смотрите, ST-Link здесь. Здесь выбираем SWIM. Вот из этих трех вариантов. И здесь уже процессор сам. STM8, S207, CB. Вот тут выбираем. И затем открывается вот эта программа. Здесь все просто. Смотрите, вот эта штучка, вот она. Read current. Ну вот клацаем. Вот она прошивка. Считали. Берем, сохраняем. Ну я ее уже сохранил на рабочем столе. Вот она, подписал Канди. Итак, показываю результат. Модуль я починил, машинка у меня заработала. Пришлось менять процессор все-таки, заменил его, перепрошил. И ошибка у меня исчезла. Смотрите, включаю быструю стирку, нажимаю старт. Включается насос. Сейчас включаются клапаны, вот, даю давление понемножку. То есть до этого, когда я давал давление, то срабатывал насос вместе с мотором и выскакивала потом ошибка. Сейчас, как видите, вот заработало. Вот давление дал, включился тен.
Еще один нюанс покажу по поводу прошивки. Вот она программа, которую я показывал. Смотрите, помимо программ Memory, которую нужно прошивать, еще есть вот вкладочка Data Memory и Option Memory. И эти области тоже нужно прошивать. Вот они. Прошивается вот этой кнопочкой. Вот этой кнопочкой считывается. Вот этой прошивается. Ну и все. Машинка заработала. Так что всем, кому понравилось, кому помогло, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.